Привет всем, у кого член длиннее 10 сантиметров, а если короче, то, скорее всего, вы из тех, кто пишет комментарии в стиле «Антон, да ты играешь на новичке, ха-ха-ха, я тебя разоблачил». Таким я не сильно рад, но, тем не менее, тоже здравствуйте. Друзья, аллилуйя, я все еще жив, это хорошо. Но сколько мне осталось, я не знаю, это не очень хорошо, поэтому все свои оставшиеся силы жизненные я направлю на то, чтобы сыграть финал чемпионата мира Бельгия-Россия. Друзья, прямо сейчас, прямо для вас, приятного просмотра, лайки, комментарии, колокольчики, подписки приветствуются. Итак, есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая — то, что я сегодня отыграю матч в старом стиле. То есть я полностью матч отыграю, как раньше, во времена карьеры за QPR. Понимаете, о чем? То есть без каких-либо вырезок. Потому что матч всего лишь один, понимаете? Если я его буду как-то обрезать туда-сюда, то от него останется маленький такой обмылок. Минут на 5, кому это интересно. А вот плохая новость, то, что, к сожалению, Аристарх Мостовой на ужасной стрелке и пропускает встречу, вместо него выйдет в таком случае Бакаев. Макаров тоже не в лучшей форме, его заменит Сутармин, и по Скопинцеву тоже все довольно сомнительно. В остальном же, в принципе, играть можно, наверное, еще и Чистякова поставим сюда, и в итоге почти у всего нашего состава высочайшие стрелки. Парни рвутся в бой. Ну что ж, поехали. Да. То, что вы сейчас видели, это так оно и должно быть. Да, такой вот кубок, такие вот интересные камеры в руках у режиссеров. Ну, бюджетный кубок, бюджетный чемпионат мира, на камеры тоже денег не хватило. Дам небольшой инсайдик, друзья мои. У Бельгии есть... Охренеть. Что? Я даже не успел договорить, слышал, ну как, вот ты опережаешь события. У Бельгии есть небольшое преимущество, я не спал уже часов 30, пытаюсь режим восстановить таким радикальным способом, способом привоза Чистякова и Кудряшова. Да, это не 6-0 с Колумбией, да, всю ночь я был занят, смотрел клипы Пророка Санбоя. И вот чем все это обернулось. Ну ладно, друзья, еще есть шанс спастись в этой тяжелой ситуации. Куртуа заряжает мяч далеко, находит лысую голову Кудряшова, тот пасует вперед. И вот я не совсем понял, что случилось, кто грубил. Ну очевидно, что этот Энакин Скайуокер меня сбил, я там вот Ванакин. 5 минут и ни одного удара в створ, друзья, мне это не нравится, как бы, да, 6-0 с Колумбией научили нас другому футболу в исполнении от Антона Андреевича, и тут Лукак убегает за вторым голом, но против него мощнейший Дивеев, еще одна такая, Малафеев, господи, да, друзья, видите, отсутствие сна никому на пользу не идет, но тем не менее, друзья, Все возможно. Кудряшов врубает режим Марадоны, но... Да, он такой, знаете ли... Если Марадона мог побежать полполя, обвести шестерых, то Кудряшов так на 5 секунд буквально врубил режимчик. Причем на 5 игровых секунд, которые мчатся со скоростью света. И пока я все это говорил, мы получаем еще одну атаку. Как же сильно у меня вибрирует геймпад. Мне кажется, у меня... К концу матча начнется тремор, если это все продолжится. Такое количество ударов от Бельгии. Вот щелочка, но заброс. И как-то даже, если честно, я не знаю, как подступиться пока что к воротам сборной Бельгии. Аут, дорогие друзья.
Хочется сделать паузу, перевести дух, но раз уж я обещал, как в старые добрые, тарахтеть без умолку, значит, так все и будет так. Нет, не так. Со мной все нормально. Я не знаю, слышал вам или нет. Там проехала скорая, судя по звукам. Мы 2-0 уже проигрываем. Тома Минье. Вот кого-кого я не ожидал видеть в своей штрафной в начале матча. Так это флангового защитника. Да, там у Бельгии очень странная схема с латеральными латералями и всеми делами новомодными. Там ложные девятки, подложные... и прочее. Но там Аминье и делает счет 2-0 на 20-й минуте встречи. И как-то, знаете ли, может ливнуть? А может быть сейчас Зелимхан Бакаев мог сделать небольшое чудо и вернуть веру камбэчную. Ну ладно, на самом деле даже третий матч не прошло. Я еще даже Смолова на поле не выпустил. Рано посыпать голову пеплом. Сюда Бакаев. Соболев. Опачки! А вот так вот не хотите? Почему все недовольны, я не понял. Почему не мой футболист не праздновал, не Куртуа недоволен, я не заметил. Офсайда, по-моему, не было даже близко. Гол очень ништячков, или что это вообще было? Стоп. Так, а это уже, походу, еще одна... Блин, я как будто в GTA жил. Может, он, конечно, сейчас не слышно, но сейчас на улице... Одна за одной из сирены. Но погодите, пацаны. Ну, ха-ха-ха. Товарищ судья, я, конечно, не смею утверждать. Но... Как бы... Это гол. Это гол. Да, вот такое вот отношение к российскому спорту сейчас в мире. Ну, чё ожидали, да, такой сильный фаворит вышел в финал 6-0 с Колумбией, 2-1 было с Португалией, 1-0 с Аргентиной. Сорян за спойлеры, но это нужно было видеть прошлую серию, там был просто ураганный футбол от моих пацанов и все. И все, друзья. И все! Просто катастрофа настоящая. У меня просто нет слов. Будьте помоложе, я, наверное, как раньше бы покричал бы в камеру, поматерился бы очень сильно, снял бы штаны, начал бы трясти своим. Но я уже не тот. Поэтому я просто молча буду плакать. Плакать внутрь себя, потому что ну такого судейского произвола, друзья, я, конечно, не ожидал. Это катастрофа настоящая. Ну да ладно. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Ну, также я примерно мотивирую себя, покупая те самые сосиски по 20 рублей в магните. Она шутка, конечно же, нет. Откуда у меня 20 рублей, лол, сейчас тяжелые времена, пацаны. Так. И, я же хотел повыше дать пасы не на Соболева. Короче, если до перерыва мы не забьем, очевидно, что на второй тайм нужно будет входить в два нападающих, потому что, ну, а как? А как иначе спасаться в этой непростой ситуации, друзья? Я даже не могу себе представить. Дрис Мертенс может убежать. Но нет, там Чистяков все-таки. Суперстрелки, да, я не дурак. Я вижу, стрелка вверх, это означает, что парень в бой. Бакаев. Зелимхан не смог под себя убрать. И довольно легко отнимает Тилемансы.
Ну вот, конечно, да, знаете, такое вот послевкусие говнеца присутствует от этого момента. Там просто чистейший гол нам не засчитали. По непонятным мне загадочным причинам. Не знаю, может, переигровка будет, друзья, может быть... На порыве эмоций, как говорится, не заметили. Но знаете, если мы в этом матче победим, тем слаще будет победа. Я просто плюну в это 10-пиксельное лицо арбитра, если, конечно, мы за камбэком. Но пока что к этому... К этому даже не близко. 2-0. Ну, как я и говорил, время... Ни одного удара в створ. Ну, прям уж ни одного. Все мы видели удар в створ, да. Время второго нападающего. Кого же... Ну, блин. Неужто мне придется убрать самого... Давайте сделаем вот так. Вот так. Немножко... Нет, Макаров, погоди. Твое время еще не пришло. Федор Смолов, друзья. Спасай. Да, я надеюсь на Федора Смолова и Сутермина. Все очень плохо. Это означает, что все очень-очень плохо. Но мы пока что не в супертаке, значит, что-то еще есть. Шансы, так сказать, все решить более-менее мирным путем, без этих вот забеганий защитников вперед. А вот это неприятно, но Сафонов в стиле кунг-фу панды выносит мяч подальше. Там Аминье против Чистяков. Здорово. Алексей Миранчук выше, ниже, нежнее, глубже. Так, Кудряшов. Неплохо. Пацаны, нужен гол. Головинцев. Ну, слушайте, даже если я проиграю, я считаю, это был достойный матч. Я сделал все, что мог. I do my best. Как говорится, Головин подает. Сутармин, высоченный 2-1. Тут-то судья нет, у тебя вопросиков там. А, может быть, тоже гол не совсем был в ворота, а, дружочек? 2-1, пацаны, мы боремся, мы в борьбе. Верь, Борис, побеждай. Почему именно Борис, так и не понял. Но это все не важно. Главное, что 2-1 и уже совсем все по-другому. А если бы там засчитали, пацаны? Но не важно, тем временем прорывается по флангу Миранчук. Алексей, Леша. Если бы... Соболев, Саша, Леша. Все наши ребята борются, бьются до последнего. Главное не давать бельгийцам дышать. Просто ни одного шанса, ни одного момента, я сказал. Мяч должен уйти. Нет, Азар успевает. Это, конечно, фантастика. Лукаку сейчас мог сильно так шлепнуть меня по носу своим огромным, гигантским футбольным мастерством. Но не получилось. Смолов, само собой, проигрывает верховую борьбу Денайру. Высоченному я этому совершенно не удивлен. Знаете, хотя после того незасчитанного гола я вообще ничему не удивлюсь. Если сейчас на поле выбежит еще 5 бельгийцев и будем играть 11-16, я этому тоже не удивлюсь. До конца полчаса, пацаны. Но еще не время суператаки. Я считаю, что еще можно все сделать, так сказать, более классическим путем. Неплохо. Неплохо, пацаны. Караваев, у него есть скорость. Так, щелочка для Сутермина. Прилизанный. Соболев не забивает, но угловые нам сегодня уже принесли одну баночку, может быть, вторую. Нет, здесь высоченный Куртуа, дай бог тебе также стоять в субботу против Ливерпуля. Караваев на секунду возомнил себя российским Роберто Карлосом, но уже спустя секунду он очнулся российским Караваевым. Вячеславом, к сожалению, не более
Итого 25 минут до конца. Скоро, пацаны, скоро начнется настоящая футбольная резня. Я сделаю еще парочку замен и пойду в суператаку, потому что терять нам будет уже нечего. Раненый зверь. Так, так. Это плохой был пас. Это был охренительно плохой пас. И теперь я даже не знаю, что делать с этим. Господи. Кудряшов. Гениальный Кудряшов сейчас спас. Признаюсь честно, пацаны, тяжело. Вот я раньше мог, да, записывать там видосы по часу, практически комментируя без остановки. Сейчас уже не то, что раньше. Мне бы отдышаться, но... Все-таки финал, пацаны. Все-таки финал! Смолов! Это момент X. Возможно, пацаны, это точка невозврата. Во-первых, окей, сейчас пройдем угловой, вдруг забьем. Но вдруг эти чутка больше туда, чутка выкрутим. Прям мали, вот так вот, вот так вот. Чтобы Куртуа своим ручищем не достал. Чтобы был у кого-то из наших шанс сыграть. Так, ладно, а вот теперь время... гениальных замен. Ну, я надеюсь, что гениальных. Так, у меня две замены, кого же мы выпустим? Давайте, наверное, выпустим... кого же мне выпустить, да, казалось бы? Ну, окей, Головин уходит на Апеза, Кузяев в центр, то есть выше поднимается. И последняя замена. Вообще некого выпускать, на самом деле... Ну, давайте GQ выпустим вместо Чистякова. Не знаю, почему я так решил. Я так чувствую. Все остальное не так важно. Так, все, сейчас перехватываем мяч и супертако, пацаны. Супертако. Азар, окстись. Ты так не умеешь играть в футбол. Это все фейк, это выдумка. Так. Че, пацаны, поехали? Поехали куражиться! Алексей Миранчук. Надо было подавать. Надо было подавать. Я не знаю, что я там думал. Ой-ой-ой, пацаны. О, друзья мои! Лукаку, что ж ты творишь, братан? Без шансов. Да, пока что моя задумка с супертакой... Не очень, да? Ну так вот, совсем немножко не очень. Ладно, на самом деле еще есть время, пацаны. Еще есть время, есть считанные минуты. Минут 10 буквально. Просто отпинали, как в подворотне, сука. Два гопника отпинали нашего пацана, хотя должно быть наоборот. Это Смолов из Саратова родом, он как бы в такой роли должен быть. Лукаку! Да, Сафонов далеко выбивает и времени остается. Ну, друзья, только чудо. Только чудо. Смолов. Леша. Что, почему так не прет? Почему с той же Колумбии все залетало? Походу, пацаны, это какая-то карма, я не знаю. Ну, слушайте, я, ну, реально, я играю неплохо сегодня, но вообще не идет. Прям вообще не идет. Еще и мяч упускаем. Ну, друзья, я кое-что понял. Я понял, что, скорее всего, это все. Остается 4 минуты, но... Все больше ошибок в передачах. Слезы на глазах. Есть один! Сука, ну как же...
Дивеев забивает 3-2, пацаны, на 90... Ком сейчас будет тянуть? Эта хитрая сучка сейчас будет тянуть. Я уверен, пацаны. Я уверен, сука. Он сейчас к угловому флажку побежит. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Глянь, что творит, а? Дай мяч. Дай мяч. Ну все, я не успею. Я просто физически уже не успею. Он к флажку бежит, сука, тянуть время. Ха-ха-ха, на тебе по жопе, сука. Друзья, это был хороший турнир, весело было, да. Но в финале судья. Ну и мне не хватило немножко, было пару 100% моментов и у Соболева, и у того же Смолова, и у остальных ребят, но ну, где-то Куртуа, где-то судьба злодей. Ну что, друзья, 3000 лайков и чемпионат мира за сборную Восточного Тимора. Я не шучу, я серьезно настроен. Увидимся на стриме, как всегда, вечерком стрим. Ссылочка на канал в описании, либо в следующем видосе. Пока!